Около 54 тысяч мигрантов и беженцев остаются на территории Греции после того, как в феврале балканские страны фактически закрыли коридор, по которому нелегальные мигранты попадали в страны Западной Европы. Такие данные стали известны благодаря программе предварительной регистрации беженцев, начатой в июне греческим правительством и ООН. Первый заместитель министра внутренних дел Греции Иоаннис Музалас сообщил во вторник, что правительство планирует внести законопроект, который даст зарегистрированным мигрантам и беженцам право на работу, образование, здравоохранения. Эта работа по предварительной регистрации дает нам возможность двигаться вперед с разработанными Министерством образования программами для детей, живущих в лагерях беженцев. Она также дает нам возможность изменить законы, чтобы предоставить этим людям право на труд. По данным Министерства внутренних дел Греции, из 54 тысяч человек только 7,5 тысяч включены в европейскую программу перераспределения беженцев. Около 4 тысяч мигрантов намерены нелегально продолжить свой путь дальше в Европу, и около 2 тысяч нелегалов согласились на добровольную репатриацию.